Блокпост Туркестана работает круглые сутки. Здесь трудятся медики и полицейские. Они проверяют не только температуру, но и вносят специальную базу данных, удостоверение личности, чтобы можно было дальше узнать, кто въехал в Туркестан. Здесь также на месте работают видеокамеры. Можно отследить уже из ситуационного центра. Ситуационный центр работает круглые сутки. Запись видеокамер наблюдения ведется с 76 блокпостов Туркестанской области. Времени на перерывы почти нет, мы только ведем круглосуточное наблюдение. Если вдруг поступит информация о нарушениях, сразу обрабатываем ее. Сотрудники штаба должны следить за ситуацией в целом. Если где-то допустить оплошность, могут быть тяжелые последствия. Требуется внимательность. На пунктах въездного контроля работают военные, правоохранители, волонтеры и медики. Главная задача – остановить распространение инфекции. Исраил Султанмуратов сбился со счета. За одну смену он замеряет температуру тысячам водителям и пассажирам. Напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Раньше люди относились к нам с недоверием, теперь не такие озлобленные. Понимая, что это ради их блага. Мы работаем по 8 часов в день, уходим на обед, потом снова на смену. Помогают военные и полиция. Нелегко приходят. Стараемся делать все, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Жители духовной столицы надеются, что скоро они смогут вернуться к прежнему ритму жизни и наслаждаться достопримечательностями нового Туркестана. Шудин Саидов, Давран Абдеев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании ОТРАР. Оставайтесь дома.